我不是说那等一会儿，你说那些他提货的那个什么什么费用收高了还是咋的呀？Вот мы на производстве упаковки вот разные делают. Вот у них бобины стоят. Почему-то они специализируются именно очень много у них по шарикам. А это что такое? Что же шарики? Да. Вон разные размеры можно сделать. Всего один этаж делают много разных штук, вон разную упаковку, разный материал. Сейчас обсуждали разную толщину, дешевле, дороже, там 20 тысяч в основном идет минималка. Самое дорогое, дороже сделать трафарет, чтобы делать под эти шарики. Что-то все одинаковые, такие станки видно под разный размер. Класс. А спроси, у них только на этом этаже? Ты какой заказываешь? Не OPP? Я не OPP. А OPP будет день? OPP 便宜. OPP 不老. А, типа... B 一点, 它那个 B 一点软一点. OPP 它就是得啊, 啊, 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 Бай-бай. Нам сюда. Да. Как тебе экскурсия по фабрике? Поднимись. Так. Что за несерьезный подход к заказу пакетиков для шариков? Шарик. Шарик.